В Сумах 5 человек пострадали в ДТП. Авария с участием полицейских произошла около 3 часов дня. Как сообщили в полиции, правоохранители выехали на вызов, но на перекрестке их машина столкнулась с Audi. В полиции заявили, что ехали с включенными маячками и звуковым сигналом, но иномарка не уступила дорогу. В результате полицейскую машину отбросило на тротуар. Среди пострадавших и женщина-полицейский.